Ты только позвони, он говорит, выходи на 30 лет победы. На 30 лет победы на носилках выноси. И скоро я приехала как-то раз, и вот так вот прям чуть не перевернулась, скоро. Это вот мы уже. С 30 водитель ругался страшно. Приехали. Ну разве так можно? Здесь, да. Дороги вообще нема по поезд. Приехал, короче, до нашей соседки приехал этот самый американец, сам, там, ну як будем говорить, живет там. Ну понятно. Приехал, турбина ухватила его, обкромсала ему руки, все. Так еле скоро помощь, еле-еле заехали. Говорите, а він бедный, руки, кров, все там лялася с него труба. Они смеются с нас. Там не то, что машина, там человек не может пройти по десантнику, как же так? Действительно, пешие прогулки по десантников – это практически как игра в русскую рулетку. Один неосторожный шаг, и ты провалишься в двухметровый ров. А учитывая, что сотрудники скорой помощи объезжают этот район, то радости жильцам от этого мало. Причем люди уже готовы и сами деньгами скинуться, лишь бы хоть как-то улучшить положение дел в этом районе. Если бы даже так взяться, вот, нам помогли, мы там скинулись, уже люди дали, чтобы что-то сделали, что там невыносимо, ну вообще труба. А зимой вообще мы в глуши забитого селения. С водой в этом забытом городскими властями районе тоже большие проблемы. В то время, когда директор коммунального предприятия «Водоканал», не моргнув глазом, рассказывает о том, что в городе качественная питьевая вода, у жильцов улицы Декабристов из крана течет непонятная бурая жидкость. Ну вот скажите, это питьевая, да? Можно питьевая пить? Кому дать? Дукачу, чтобы он своих детей, своих внуков, себя или жену напоил этой водой. И если нет фильтра, можно эту воду пить? Скажите, пожалуйста. Говорить о проблемах жильцов этого оторванного от цивилизации квартала можно долго, но вряд ли жить людям от этого станет легче. Теперь ответьте мне на вопрос. Разве так должны жить граждане европейской страны? Разве так выглядит настоящий курортный и туристический город? Разве с такими трудностями и лишениями должны сталкиваться люди? Где все те достижения, которыми так любит похвастаться городской голова? Где мэр и городская власть строят тот самый пресловутый по европейскому образцу город-сад? На какой планете? Может, на какой-то отдельно взятой улице? Или в представлении мэра и городских чиновников Акерман – это улица Кирова, которая год реставрируема и ремонтируема? Или, может, те несколько кварталов в центре вокруг исполкома? Плохо то, что случай не единичный. Такая ситуация в последнее время прослеживается по городу во многих местах. То света нет, то воды. Дороги, ну вы сами знаете. Может, пора городским властям и мэру перейти от риторики и лозунгов к действиям? Вот случай представился. Наступает очередной холодный сезон. Темнеет все раньше. Выгоните технику подровнять людям дорогу. Повесьте хотя бы несколько фонарей на столбы. Тем более, что и дорога, и фонари там когда-то были. Тем более, что люди эти – ваши же избиратели, за вас когда-то проголосовавшие и доверившие свои судьбы. Сделайте хотя бы это, и они будут вам признательны. Вы смотрели программу «Зона ответственности». Программу, которая сделает наш город лучше. До новых встреч на телеканале Бессарабия ТВ.